Всем здорово, с вами Лёва. И да, снова реакция. Я совсем задолбался делать эти реакции. Я задолбался не делать прохождение. На это я вам отвечу одним вопросом. У меня просто нет игры, которые я могу пройти. Потом... Да, очень хорошо. И как у меня нет игры на прохождение, я решаю заснять реакцию. Только один вопросик есть. Да, сейчас вы узнаете все. Окей, сегодня у нас реакция снова на Джон Брейна. Да, он оказался таким крутым, что он делает крутые анимации. Не, это серьезно, крутые анимации. Что же еще? Сегодня у нас будет реакция на Undertale. Что будет, если Фриск заберет душу Асгору? Что будет, если Фриск отдаст душу Асгору? Я просто ошибся, сорян. Ведь когда мы сражаемся с ним, нам невозможно победить. Окей, не будем затягивать, погнали смотреть. Привет, Фриск. Очень рад тебя видеть снова. Асгор. Я типа увидел какого-то чувака и решил обрадоваться. Странно, чего он не идет? Он такой, типа, это манекен или нет? Вы заметили небольшую ямку среди цветов. Словно один из них был кем-то выкопан. Естественно, с гором! Вы вспомнили все свое приключение и глубоко задумались. Мы пощадили Торни. Помогли Андайн. Сразились с Омега Флауи. Повеселили Санса. Пощадили Асгора, но его убил Флауи. Возможно, будет лучше просто дать монстрам этот шанс, пока не стало слишком поздно. Знаете, я тоже об этом задумывался. Какого Фриск не отдает свою душу? Как волнительно. Просто представь это как поход к зубному. И что мне с этой информацией делать? Ты готов? Если нет, я понимаю тебя. Я тоже не готов. Стой, погоди! Не-не-не-не-не, я не готов. Что ты пытаешься сказать, дитя? Я отдам вам душу. Дитя, ты же... Фриск погибает. Нет. Сейчас думаю, что-то интересное будет. Его воскресят, да? Мелкий паршивец поступил как настоящий герой. Успокойся по кусочкам. Отдай не может без танцевать. Не будь, не хватай насмешек над тобой. Мне очень нравилось использовать тебя как послушную игрушку. Ты был самым несносным и паскудным шкотиком. Тори! Прощай, катись в ад, малолетний кретин. В смысле, а что он сделал вам плохого? Нам остается сделать лишь одно. Забрать весну с боба? Что? Ты куда? Отдайте мне весну, я поделюсь вами. Палка поковырял. Бабло ему не нужно все равно. Тряпье, бомжовские шмотки. Золотые зубки, редкий дроп. Урсус, субтигра, вот это редкий дроп. Мобилка, бог дал, бог взял. Огурочок. Ням-ням. Стоп. А что такое? Не пропадаешь и добру. Барьер был уничтожен. Пропасти и показать себя всему человечеству!
не скатился! Фу, скатился, отписываюсь! Это мне так скажут! Я буду всегда беречь это телефон и твои лучшие фотографии, дитя мое. Это... Плавай! Спасибо за подарочек, старый! С помощью телефона марки Куки я Цветик стану богом среди прангеров! Там еще что-то было. Я потом посмотрю, что там. Этот цветок украл телефон Кофе с цветным дисплеем и памятью 69 гиг. Дал свой телефон Кофе с поддержкой 5 сим-карт и GPS далека. Что? Это старческий телефон! Вот, Асгор, возьми мой телефон на Королла, в нём тоже есть джетпак. Но, конечно же, он по сравнению с Кофе. Твоя вещи! Ой, уровень топлива понизился! Стоп! Самое уничтожение души! Что за... Альфис, у тебя есть еще один летающий телефон? У меня остался только Метатон, но... Он сломался! Метатон, давай. А что он дай там делает? Ой! Господи! Команда Соника подъехала. Слушайте, вы не могли бы взять телефон, а? У меня закончились джетпаки. Отдай, возьми копья. Мне не нужен джетпак. У меня есть решимость. Ты превратишься в бессмертную, отдай. А, нет. В космос! И в детстве! Перевернулся! Капец! Это вообще умора, угар просто! Цветик! Ты меня слышишь? Ты ещё слышишь? Ну, Цветик, погоди! Хорош просто отсылка к «Ну погоди». А! Чара! Я знаю, это школа имени Фриска. Мы научим ваших детей как-нибудь дурачком вроде Фриска. Жизнь Фриска, любителя спагетти. Найс. Фраск. Внимание, по причине того, что Фриск недавно сдох, скидка 7%. Что? Фриск. Понятно. Не нормал. Это чара. Или это призрак. Так собака. Он такой, типа, иди сюда! Фрискнул. Санс, красава! О, нет! Скидка 100%! Я просто не могу! Чара, да. Стада... Использовать... Иди сюда! Привет! Чара, джуча! Да мы не могли без оскорблений! До встречи в аду! И снова упал. А, да, кстати, это ж к Марио отсылка. Ну не только к Марио, что... Убаньте, Кокия, или я сожру ваши души! Будущий у вас в штанах. О, Фриск, ты жив! Куплено. Всего за 99 долларов, вы смеетесь? Ой, чара. Ты ж там была. Конец. Да, это вам рассказал. Конец. Oh, yes.
Господи, что я могу сказать? Это угар просто! Тут столько смешных моментов! Особенно тот смешной момент, когда с джетпаками летели к Флауи, а он, оказывается, в облаке был! Еще бы сказали в этом... сейчас... В Кроуме, да? В Кроуме облака! Когда чу... Летела Андайна, она такая, у меня есть решимость, она такая летела, летела себе и упала. А тот мир перевернулся, я думал, сейчас атомная бомба взорвется. А, господи. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покупайте телефон Кокия. И будет вам как на Рокия. Всем пока. Don't feel forget.